Друзья, всем привет! Очередная моя распаковочка заказика, который сегодня я получила. И, как всегда, с вами Оксана Иванова, консультант по продукции компании Siberin Wellness, Сибирское здоровье. Так, что же у меня здесь пришло? Ну, любимые наши мармеладки. Ну, просто обожает, я не раз говорила, что он просто обожает наш мармелад. В этот раз я ему взяла, уже второй раз беру мармелад с кальцием. Здесь у нас не только кальций, но и витамин D3. Он такой, знаете, цвета молочного такого и очень-очень вкусненький такой. Я сама его пробовала и мне очень понравился. Ну, про внука вообще не говорю. Он просто-просто любит мармеладки нашей компании. Так, также мой напиточек очередной. Лесные ягоды с коллагеном и гиалуроновой кислотой. Взяла уже вторую коробочку, пью. Так же, как и винотоник напиток. Пью, чередую. Один пью утром, другой пью вечером. Очень люблю это тоже напиточек. Он не только для красоты, для кожи, но и также в первую очередь он для моих суставов. Поэтому я его беру и тоже буду пропивать целый месяц. Муж у меня любит. Ему он очень полюбился. Наш шампунь, гель для душа. Вот именно что для мужчин. С экстрактами женьшеня, чабреца, эфирными маслами, мяты, шалфея, бергамота. Вот именно что настоящий мужской запах. Для мужа я беру этот гель и шампунь вот в одном флаконе уже третий раз беру. Он даже у меня просит, заканчивается, он говорит, закажи мне еще. Я говорю, обязательно, и поэтому вот он пользуется. Очень нравится ему, рекомендую. Заботьтесь о наших мужчинах, обязательно. Ну, а для себя я взяла вот такой гель для душа. Еще ни разу не пробовала, не брала, поэтому ничего не скажу. Но думаю, тоже будет так же хорош, как и мужской гель для душа. Он идет здесь, этот гель, взяла попробовать вот с экстрактом облепихи, гидролатом чабреца и бетаином. Попробую, обязательно расскажу своих ощущений. Ну, конечно же, для внука вот еще очередные батончики, которые ему также очень полюбились. Кокос и воздушный рис я не брала. Взяла первый раз два штуки их. А вот этот я брала. Он уже его попробовал. Ему понравился. Очень вкусно сказал. И сказал, бери еще. Ну вот, беру пока помаленьку, не балую. Потому что, говорю, будешь получать только за хорошее поведение. И за хорошие оценки в школе. Стараемся, учимся на пятерке. Вот такие прекрасные батончики. Очень вкусные, напоминаю, без сахара, полезные. Такой вот мармеладик. Мармелад, кстати, мы еще постоянно берем с собой на прогулочку или едем в дорогу. Прекрасный перекус получается. И два геля для душа. Такой вот небольшой мой заказ. Пишите, расскажу все, порекомендую, дам консультацию и помогу, конечно, заказом. Всем пока, доброго дня, хорошего настроения.